Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то мы докачали нового героя. Он теперь у нас на максималке. Вторая эволюция 10-10, 8-8 каменная кожа. Рудольфик. Ремочка стоит сразу для активации скилла. В топоре. Поменял ему вместо плюс одну клетку, поставил немножко больше урона. Пока не ролю, потому что чары хочу все-таки добить. Героев на архидемона сначала, потом уже займусь чарами прокачкой. Так, еще интересная очень вещь. У нас все-таки появились седьмые руны. Как видите, вот шестерки есть, и вы можете их обменить, и сразу будет семерка. То есть вот так вот, три шестых плюс три камня, и у вас руны седьмого левела. Ну, я не знаю, откуда на нашем сервере, как на китайке, так и на этом, столько камней набрать. Это по 120 сундуков надо будет лупить. Плюс сюда еще это в районе 400 тысяч надо будет на один сетик. Ну, думаю, оно того стоит. Все-таки семерка есть семерка. Так, ну, поехали к нашему герою. Что могу сказать? Герой как танк. 291 тысяча, урон, как видите, тоже неплохой, 10 тысяч с копейками, скорость атаки большая. В плане дамага показывает себя очень офигенно, то есть атакует несколько целей, ему хватает только зарядиться вот так вот, и все, и он будет уже долбить полностью все цели. Сейчас череп его снесет или нет? Вот череп второй эволюции против него. Видите, череп под скиллом уже. И то не полностью пробивает. То есть там 10 секунд череп под скиллом его еле снес. Но это каменная кожа. Каменную кожу я сейчас вам так вкратце покажу. Я показывал уже на первой эволюции ее. В принципе, как бы и неплохо. Так, Афина. Вот смотрите, Афина даже дамажит. По нему урон проходит в районе 10-15 тысяч. Смотрите, что он делает. Но это просто жесть. Это каменная кожа. Это при том, что питомец у него стоит, ну, не особо там прокачанный, просто 35 уровень, без скилла. Но это просто жесть. Смотрите, какую пачку развалил. Подошел просто впритык. Я не знаю, ну, реально очень кайфово смотрится. Ну, конечно, каменная кожа режет отражалку от него, но вот смотрите, вот он включается, и все. И там даже будет ара его блокировать. Ему, честно говоря, все равно. Потому что у него урона... Его скилл все равно будет срабатывать. То есть вот он подбил там больше половины героев. Единственное, ему нужен откил. По поводу автопрока уже рассказывал. То есть он раз включается, по сути, ему ремка особо это не нужна. Ему главное включиться, и он уже тогда будет на максималке просто выносить. Вот смотрите, что он делает. Просто жесть. Каждую там секунду, грубо говоря, он дамажит, подбегает, дамажит. Не знаю, я пока видел максимум, что он бьет со скилла 4 цели. Возможно, немножко больше есть. Сейчас попробуем где-то затестить, найдем расстановочку другую. И пойдем по локации гулять и тестировать его везде. Ну реально, герой очень кайфовый. Вот давайте отсюда зайдем. Вот видите, три цели, одна. То есть он как-то бьет зонально, то есть все, что попадает в зону действия, то и он атакует. Вот стрелок против него, ну, честно говоря, стрелок ему тоже там пофиг. Ну, с дефом у него, конечно, будут проблемы. Вариант, как я вижу, это ставить ему бастион. Это будет и дамаг, и жизнь. Это универсальный талант будет для него. Давайте попробуем тут против Дрейка Гаргула. Чем нравится китайка, то что можно разные комбинации тестировать. Самое основное, смотрите на героев. Он не дает им заряжаться. Он снимает энергию. Вот так вот. То есть он снял энергию с Гаргулы. Гаргул даже не включился. Тот же самый Драйки или включался. Плюс ему, у него иммунитеты. То есть тоже очень большой плюс. Бьет, конечно, он круто. Тут ничего не скажешь. Это пока у нас... Каменная кожа. Смотрите, что он делает с хранителем. Он просто хранителя ушатал. Что я могу вам сказать? Вот так вот. Вот вам каменная кожа.
плюс от него отражается урон. То есть ваш герой бьет, 50% сразу же идет отражалка. Не знаю, как на нем будет огненная защита, возможно, тоже потестируем, но я все-таки, наверное, склонен к тому, что лучше всего ставить ему бастион. Ну, сейчас потестируем с бастионом. То есть вот такой вот вариант каменной кожи, как видите, убивается тоже. Правда, у нас стоит топор. Ладненько, поехали. Меняем ему талантик. И качаем на максималку. Вот так вот, вот такая вот у нас получилась фигня. 8-8 бастион. 10-10. То есть все тоже просто у нас добавилось плюс 60% к жизни и плюс 60% к урону. Поехали. Вот он у меня изначально был в созвездиях собран на атакующий вариант. Ну вот здание он будет выносить с одной плюшки. Смотрите, 205 тысяч. Смотрите, что он делает. Это просто жесть. Ну там осталось пару героев. Ушатал повелителя бури, ворожая. То есть тут такой дамаг бешеный, я даже не знаю. Давайте идем в подземочку. Нашу любимую. И посмотрим на него здесь. Зона действия, как видите, клеток 5-6. Давайте тыковкой разгоним. Надо было еще ворожая сюда взять. Вот смотрите, какой там урон вылетает. Если я не ошибаюсь, там под тыквой в районе 8 миллионов прилетело. Сейчас еще раз проверим. Только ворожая поставим на таблетку. Вместо Купидона. В общем, вот так вот, ребят. Это реально один из интересных, бездонатных причем героев. Бездонатных. То есть это ключевое слово. Сейчас посмотрим. Вот тыковка разогнала. Давай, 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 давай. Вот смотрите урон его. Я не знаю, там на повторе посмотрите, но там просто бешено все было. Давайте сейчас просто сворожаем еще. Блин, холодного наелся. То есть, я не знаю, мне эта обнова понравилась этим героям, понравилась тем, что можно будет качать скины, и у бездонатных игроков будет возможность собрать скин. То есть вам нужно будет пропускать там 3 локации. И, ну вот смотрите, вот у него там урон идет. Ну там много. То есть дамажит он нехило. Зона действия большая. Единственное, ему надо просто включиться. Так, давайте поехали. Давайте на арене затестим его, посмотрим, что он сможет реально на арене сделать. Так, вот есть такая вот пачка. Сейчас мы ее быстренько пройдем. Я завтыкал его поставить. Огнекрыл тоже порадовал на 11-12 скилле. Это просто самый, наверное, будет... Ну, не будет, он есть уже самый топовый герой. Будет уже 3 цели дамажить. Это просто жесть. Так, так, так. Поставить его. Ой. Где там моя арена? Вот ставим его на арену. Сохранить. Вот давайте где-то так его здесь, ворожея. Надеюсь, там по центру будет. Да, есть кто-то по центру. Там Фрея. Вот смотрите, он там практически шатает Бигфута. Ну, Фрея сейчас, конечно, нас раздавит тут. Он Фрею и Бигфута практически ушатал. Давайте кого-то другого.
Вот, против Бигфута. Вот Биг его заморозил. Ну, морозит. Это единственное, что он может. Но опять же, смотрите на урон. Он его по чуть-чуть выносит. Ну, конечно, тут у меня ворожая еще есть. 231 тысяча. Обычный удар по кристаллу. Так, вот отлично зашли. Опять Фрея. Ну, смотрите, как там у героя там просто отхил идет. Проседает. То есть, если фактически он будет сейчас в пачке. Вот давайте соберем пачку. Поставим Огнекрыла. Поставим Фрею. Повелителя бури не будем брать. Вот так. И Анубиса поставим. Сейчас, по идее, пачка должна просто... Вот смотрите, какой бешеный урон у всех. Ну, тут, конечно, тут Огнекрыл больше урона, наверное, наносит. Так, выжил он или нет? Да, вроде выжил. Или все же нет? Нет, слился. Скорее всего, слился на хранителе. Вот опять минус, который будет... Он будет убиваться очень быстро. Урона очень много. То есть тут вариант есть не ставить ему все-таки атакующий. Ну, вариантов очень много применения. То есть реально на аккаунте надо будет пару таких героев. Одного будет мало. Поехали в забытую. Там сейчас потрешуем. Вот он у меня один стоит. И стоит две пачки есть. Обновить. Вот давайте начнем. Вот сняли у него Анарею. Смотрите, что дальше делается. Он просто их ушатал. Один. Там была куча топовых героев прокачанных тоже на второй эволюции. Он просто их как ни в чем не бывало. Хотя с него сняли энергию. Но его очень быстро зарядили. Я не знаю, ну реально. Чумовой герой. Вроде казалось бы очень простой, но в то же время, блин... Будет очень эффективный против патча героев. То есть для бездонатного игрока такого героя выбить это в PvP будет вообще огонь. Конечно, его нужно будет еще и прокачать немножко. Так, вот какой-то с Ронином, поехали. Вот Ара сейчас его заблочит. Вот Ара заблокировал. Ну, включится или нет? Включился, смотрите. Просто, ребята, это просто жесть. Ну, как, скажите, как вам такой герой? Ну, реально, блин, чем дальше, тем герои просто имбовые выходят, и вы ничего не сможете с ними сделать. Какие бы у вас там таланты и прокачки не было, если он один шатает пять. Давайте этого. Сейчас пойдем на волны потестируем. Вот Бигфут. Вот сейчас он может на хранителе слиться. Да, он сейчас на хранителе должен слиться. Но смотрите, как он там кого-то ушатал даже. То есть зональный урон, блин, просто бешеный. Да, стоит он своих 200, практически 300 тысяч потраченных, реально стоит. Хоть я и на архи там не успел и не сделал, но зато хоть потрешивали, посмотрели. Давайте поставим сейчас эту первую, эту вторую, эту третью. Попробуем так. Так, ну тут его сольют, конечно. И застанили. Точнее, заморозили. Это каменение. Тут без вариантов было. Но
Да, теперь надо все скины копить, собирать. Вот Бигфут с каменной кожей. Ну, слили. Так, давайте обновим. Поехали, попробуем против черепа. Ну, черепа, ну, тут, понятно, тут мы, скорее всего, что сольемся сейчас. Смотрите, это просто аут. Смотрите, что он делает. Блять, ребята, это просто, просто пиздец. Я вам так скажу, это просто жесть. Все. Один герой ушатал Некроса, ушатал Вольта, блядь, Черепа там и кучу других героев. 5-1, и он их шатает. Ну вот это действительно герой имба. И бездонатный причем. Огнекрыл тоже по сути бездонатный, но его собрать не так просто. Этого можно еще выбить, но шанс, я так понял, тоже не особо велик. Так, окей, давайте теперь уберем его где-то сюда в центр. И посмотрим. Так, ну тут этих тоже надо убрать тогда всех. Так. Поехали, посмотрим, потестируем его на волнах. Давайте волну А посмотрим. Так, вот он включается. Ну, ушатали. Не осилил. Очень много героев атакует. Давайте попробуем другую. Давайте волну Т. Ну, когда много героев, тут ни один герой не выстоит, конечно. Но урон. Смотрите на его урон. И плюс отражалки. Да, тут он не успеет их всех убить, но частично справляется. Конечно, сейчас его, наверное... Да, его сейчас должны ушатать. Ну, не особо ушатали. Давайте еще послабее. Давайте волну... Да, попробуем. Ну, тут у меня, как видите, я прохожу волны без забора. Такого вы ни у кого не увидите. И без максимальных построек мы дошли до последней волны. Я думаю, мы скоро ее тоже зафармим. Так, ну тут здание разбили. Давайте еще разок. Неудобно немножко заходят. Да, я раз-то особо не заморачивался. Но будет он тащить и на волнах, он будет тащить и везде. И по локациях. Давайте, идите сюда. Камон. Вот смотрите, тут ушатал. Сейчас, конечно, у нас таблетку разобьют. Он не успеет их всех убить. Но вот так вот. Идем еще его в кабашке посмотрим. Лабиринт у нас открыт. О, отличненько. У нас открыт лабиринт. Давайте его сейчас в лабиринте тестируем. Тут будет тоже видно. Вот такая вот 120-я против нас. Вот он не станется, его там можно другими заморозить, там еще другие эффекты можно наложить. Смотрите, что делает. Просто демон. Но тут его уже должны ушатать. Да, ну, ушатали. Так, ну и... Еще королевскую затестим. Тут я его тоже уже пробовал, бегал. Ну, понравился. Ну, реально, герой очень хороший. ПВП локации. То, что надо. Самое основное, то, что он не дает героям зарядиться. Он снимает с них энергию. Просто тупо ее ступорит. Вот это самый кайф. Ну и плюс дамага у него, конечно, немерено. Единственный минус это то, что он, наверное, ближнего боя. То есть ему надо вплотную подходить, чтобы активировать свой скилл. А потом он уже автоматом издали бьет.
В общем, вот так вот. По 300 тысяч вылетает просто. Ему хоть бы хер. Да. Интересный герой. Будем его дальше тестировать. Думаю, на битве гильдии завтра затестирую. На других локациях я уже, в принципе, вам его показал. Ну, вот такая вот сборочка с бастионом. В принципе, показывает себя довольно-таки неплохо. Давайте попробуем. Ну, выражая, он просто тут шатает. Он шатает всех. Ему самое главное попадать и все, смотрите. Там просто он не дает заряжаться тому же самому Дрейку и остальным. Единственное, надо отхила много ему. Вот Анубис его снесет. Вот похерил Дев. Все. Вот так вот, ребят. Такой вот обзорчик был уже на максималке. Герой себя действительно оправдывает. По поводу таланта, бастион, в принципе, универсальный талант. Но с каменкой он тоже смотрится неплохо. Даже если он там и отражает меньше, но там защита лучше будет. Тут урон добавляется, и он будет просто улетать. Да, забегать он будет шатать. Посмотрите, там героя подсливал. Но опять же, дефа намного меньше. Ну, уже каждый себе сам определит, какую сборку он хочет. Я пока оставлю с бастионом, так как у меня герои тут атакующего плана в основном, поэтому. Вот смотрите. И урон держит, и наносит урон. То есть действительно, действительно универсальный он будет. Конечно, немножко картонный, но это такое. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки и колокольчик, и все дела. Участвуйте в конкурсе на Некроса. Всем пока.